Тюменский регион в последнее время является одним из сильнейших в нашей стране. Что касается Алисы и Артема, они хорошие элитные гонщики, но в своем регионе они на подготовке в единственном экземпляре практически. И получается, ищут более сильных напарников. Алиса просто на подготовке была уже выведена из сборной, поэтому она нашла сильных напарниц в нашем регионе. Артем просто очень хорошо дружит и с Денисом, и с Иваном. И давно уже предлагал свои услуги выступать за Тюменскую область. И вот мы согласились, и вот организовали такую серьезную команду. И вот получается, поэтому, но я хотел бы сказать, что не только Тюменская область является и лидером, и уделяет очень большое внимание лыжным гонкам. У нас есть и конкуренты в лице Татарстана. В последнее время очень сильно развивается Санкт-Петербург. Получается, очень сильный всегда у нас Коми. Так что скучать не придется, надо будет работать и соревноваться.